Белорусская столица – признанная культурная площадка. Я не буду перечислять, что мы сделали, что реконструировали. Просто, кто в культуре разбирается, пройдитесь. Ну, к примеру, от театра Янки Купалы туда, по проспекту Независимости, и вы увидите тот же Дворец Республики, Горького театр, наш главный театр оперы и балета. Идите дальше, филармония и так далее, и тому подобное. Это только в одном направлении. Мы создали для творцев все для того, чтобы они могли творить. Творите. Творите. Собирайте залы. Сколько заработаете, все ваше. Есть над чем работать. И надо работать. Если работаешь, не только президент, но и Господь поможет. Я вам точно это говорю.